Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня у меня будет первое пробное видео о моих покупках. Сегодня я ходила в магазин Окей, не только. И, в общем-то, небольшие такие покупочки для пробного видео, думаю, достаточно. Первое, что я купила в магазине Окей, это был вот такой микс. Решила себя побаловать морским миксом в масле. Далее я купила по скидке форель слабосоленую, кусочек, там по карте была скидка. Купила я еще зубную щетку Oral-B Neon Fresh. К сожалению, только сейчас заметила, что она мягкая. А я люблю среднюю жесткость, но ничего страшного. Думаю, попользуюсь, просто больше потом покупать не буду. Какая-то ограниченная серия, но она тоже шла со скидкой по карте. Купила я для мангала вот такое опахало. А то мы на даче постоянно то крышками, то еще чем-то обмахиваем. Стоило оно 34 рубля в магазине Окей по карте. Надеюсь, прослужит нам, в принципе, долго. Дальше не смогла удержаться, в Окей стали продавать их скидочные игрушки такие, которые на рекламных у них блоках стоят. Это мечтатель, мягко набивная игрушка. Они там все разные, все вот какие вот есть у них в рекламе, зеленые, оранжевые, по-моему, голубые еще. В общем, я не удержалась и Таюшке купила вот такую игрушку. Следующую еще вот такую игрушку я купила, правда, это не из Окей, и она у нас уже практически, скажем так, сдулась. Это игрушка для плавания в ванной. Она была плоская-плоская. Там гидрогель находится внутри. И она набухает. Но сейчас уже вот она стала подсыхать у нас. Но решила вам все равно показать в этих покупочках. Вот такой клевый дружок мы его называем. Купила еще ребенку вот такую книжку. «Три кота». Киношедевр с наклейками. Мне кажется, для маленького ребенка самые такие прям веселенькие котятки. Тут история рассказывается про коржика, карамельку и компота. Такая красочная она, тоже в Окей. И вот здесь куча наклеек. А Таечка у меня очень любит всякие наклеечки. Везде, где только можно. Цена у них была недорогая. По-моему, 45 рублей эта книжка стоила. Так что я думаю, что очень даже хорошенькая. Наклеивать и наклеивать. Так она выглядит, веселенькая. И еще одну взяла тоже, про диких животных, с многоразовыми наклейками. Тут тоже истории рассказываются про мишек, про лисичек, про зайчиков, про всех. И есть наклейки вставленные, очень тоже их много. Сейчас покажу. Вот разные животные. Должно быть интересно. Так, ну и последнее, что я сегодня купила, это вот такой держатель на стекло. Как он выглядит в деле, я в видео вставлю чуть попозже. Стоил он 450 рублей. У меня мой предыдущий оказался дурацким, который я купила в Ашане на липучке. Телефон с него падает, и я боюсь постоянно, что он разобьется, экран разобьется. Так что вот такой купил еще держатель на стекло. Вот так выглядит этот держатель для телефона. Купила я его, можно крепить и на стекло, и вот как у меня на панель. У него здесь сзади есть кнопочка, которая сейчас так собирается. Вот он закреплен, и сзади кнопочку держишь, и они плавно раздвигаются. Очень удобная штука. Ну вот и все мои покупочки на сегодня. Надеюсь, вам это видео понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если вам интересно, что я покупаю еще, потому что обычно такие видео не снимаю, вы мне напишите в комментарии, я буду снимать больше таких видео. Ну а я с вами прощаюсь, всего хорошего, пока-пока!